Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем привет! В эфире телеканала Шансон ТВ самая, ну, теплая и добрая передача на свете. Сегодня в этой просторной однушке собрались я, оператор, редактор, световик, звуковик, иногда заглядывает продюсер, и все это ради того, чтобы снять очередную программу под названием «Обзор социальных сетей» и запустить ее в космос на спутнике, откуда она полетит дальше в ваши 4К-плазмы и телефоны, а также в соседние галактики, чтобы рассказать нашим космическим друзьям, что мы существуем и полны творчества и любви. Ну кому, как не нам, наводить контакты с другими мирами? Ну не Роскосмос уже, и уж точно не Илону Маску. Только мы ведь можем делать обзор социальных сетей известных и не очень артистов и показывать это вам по телевизору. А также выложить на наш YouTube-канал, на который все вы, я уверен, подписаны. Ну что, полетели в космос? Сегодня мы с вами будем прочесывать социальные сети очередного артиста из народа. Герой этого выпуска – Дмитрий Прянов. И жизнь хороша, и жизнь хорошо, ликует душа, что надо еще. Иду не спеша, и жизнь хороша, и жизнь хорошо. Иду не спеша, и жизнь хороша, и жизнь хорошо. Опля! И мы уже на его сайте. Ну, что ж, судя по дизайну, здесь давно никого не было. А смотрит на нас, видимо, сам Дмитрий. Давайте проверим. А, кстати, сразу прошу обратить внимание на яблочко сверху. Что бы вы думали это такое? А это ссылка прямиком в будущее. Ну, то есть в настоящее. Она ведет в Apple Music прямиком к альбому «Потерялись мы с тобой». Но давайте вернемся к сайту. Тут у нас аж 9 разделов. Вы не поверите, но сайт жив. В разделе «Новости» последняя датируется 7 сентября этого года. Это ссылка на YouTube. Подпись гласит: «Премьера дуэта. Инна Вальтер и Дмитрий Прянов». Обрастаем враньем. Куда занесет, там и помаемся. Здесь трава не растет, тут она качается. Обрастаем враньем, как корабль ракушками. Что ж ты, совесть моя? Так, стоп. А как мне теперь вернуться в меню-то? Кажется, теперь надо проходить квест заново. А, нет! Оказывается, надо нажать на надпись «Дмитрий Прянов» в левом верхнем углу экрана. Играем дальше. В разделе «Дискография» мы можем увидеть, сколько альбомов записал Дмитрий и какие песни вошли в каждый. Идем в раздел «Фото». О, можно запустить слайд-шоу. А, вот оно что! На всех тех фото был Дмитрий Прянов. Просто его фоткали по мере того, как создавался сайт. Год за годом, раздел за разделом. Ну, все. Предлагаю перемещаться в раздел «Контакты», а оттуда в другие социальные сети. Я вспомню с теплотою весеннюю пару, как голову хмельную кружила на ветру, как на причале встречи мелькали чередой. Тебе укрыл я плечи от холода зимой. Тебе укрыл я плечи от холода зимой. Но и тут меня ждала задачка. Вот она надпись. Группа ВКонтакте и ссылочка. Но как на нее нажать-то? Так мало того, ее еще и скопировать не получается, потому что текст растрирован. Ну, то есть больше не является текстом, а просто висит картинкой.
Ох, ладно, перепечатаю. Так, мы оказались в официальной группе Дмитрия ВКонтакте. Но она закрытая, а значит, кино не будет. Хотя есть описание. Что тут у нас? Дмитрий Прянов родился 31 января. Работал со многими звездами, как продюсер, сам пишет музыку и стихи. Песни Дмитрия Прянова узнаваемы, они отличаются мелодичностью, хорошей организацией текста и прекрасной вокальной подачей. Дмитрий обладает приятным тембром и особым стилем исполнения. Угу, понятно. Увядшие, увядшие цветы сказали мне, чего не скажешь ты. Сказали мне, сказали, чего не скажешь ты. Увядшие, увядшие цветы сказали мне, сказали, чего не скажешь ты. Увядшие, увядшие цветы. Пойдемте-ка проверим, как там Инстаграм Дмитрия. Ого! Да тут почти 11 тысяч подписчиков. Фотографии появляются довольно часто и тысячами собирают лайки. Вот смотрите-ка, какую фотку запилил Дмитрий 16 октября. Подпись. Радио Шансон представляет. Эх, разгуляй, БКЗ Октябрьский. Обед перед шоу. Аня Каверина, Евгений Григорьев, Дмитрий Прянов, Анатолий Полотно, Федя Карманов. А Жека в комментариях тут как тут. А на заднем плане Виктор Дорин с супругой Наташей кушают пельмешки. А вот вам, например, публикация от 30 октября. Снимаем клип на мою новую песню «Ты мне дороже». Я буду нежно твои плечи обнимать. С тобою вместе мы, нам не страшны разлуки. Целовать своим дыханием согрею твои руки. Ну что же, в завершении выпуска хочется сказать, что Дмитрий – самый противоречивый герой нашей программы. С таким активным и живым Инстаграмом, такой яркой страничкой ВКонтакте, иметь закрытую группу и сайт мезозойской эры. Да, надо что-то делать. А вообще, хочется пожелать вам успехов. Дмитрий, вы талантливы и энергичны. А что еще нужно артисту? На сегодня это все. Да, и советую подписаться на наши соцсети, если вы еще не с нами. Но чтобы ничегошеньки не пропускать. Дмитрий Прянов, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей.